В учреждениях образования во время перемен после окончания трудового дня волонтерские группы Брестской организации Красного Креста раздавали буклеты с информацией о ВИЧ-инфекции, а также о местах сдачи теста на ВИЧ. Принять участие в такого рода мероприятии мог любой желающий. Но что ты готов, чтобы защитить свою любовь? Ответ на этот вопрос необходимо было написать на небольшом бумажном сердечке. Взамен волонтеры Красного Креста давали участникам мероприятия памятки в форме валентинок. В первичных организациях Белорусского общества Красного Креста мы проводим акцию «Защитим любовь». То есть это еще один раз мы хотим напомнить то, что верность единственному партнеру является 100% защитой от ВИЧ-инфекции. И также о мерах профилактики, путях передачи. Это цель нашей задачи. Данная акция включает в себя несколько площадок, где студенты университета могут познакомиться с деятельностью Красного Креста, рассказать, что такое для них любовь, как сохранить эту любовь и как сделать так, чтобы любовь была безопасной. Также студенты могут подготовить валентинки своими руками и подарить их своей второй половинке. Представлены 4 площадки, сделано это так, чтобы студенты могли разойтись, как можно больше студентов поучаствовали в акции, вот, и площадки разносторонние, вот, то есть каждый для себя что-то найдет. Студенты с радостью принимали участие в данном мероприятии, и приятно, что в таком юном возрасте они сами проявляют высокую сознательность в данном вопросе. Ведь немаловажно не только понимать, но и применять правильно те самые правила, которые им разъяснили представители Красного Креста. Данное мероприятие считаю очень важным для молодежи, так как на сегодняшний день наши понятия различных ценностей искажаются, и то есть раньше они воспринимались по-другому, и некоторые немного сейчас недопонимают значение слова «любовь», и в принципе, сегодня акция заключается не только в Дне Святого Валентина, но также у нас проходят одновременно и другие акции. И для меня любовь – это что-то такое необъяснимое, когда ты просто тебя тянет к человеку, к родственникам, ты понимаешь, что просто без них ты своей жизни не представляешь. Не всякого сомнения, подобные акции необходимы. Ведь главный посыл информирования – сохранить любовь и верность своему партнеру, чтобы обезопасить себя и близких, и сохранить здоровье. А это в наше время важно как никогда.